Ремонт региональной трассы «Орел-поселок Зареченский» завершится до 1 июля. Эти работы ведет областное предприятие «Дорожная служба». Ремонт осуществляется по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Стоимость контракта 19 миллионов 600 тысяч. Здесь ведется ремонт не только проезжей части, но также тротуаров, искусственных сооружений и будет устройство павильона с расширительной полосой, новый павильон. На сегодняшний день мы, как видите, ведем укладку верхнего слоя. Здесь применен два слоя. Выравнивающий слой асфальтобетон пористый М1 и верхний слой ТБ марка 1. Верхний слой, значит, примерно 5 сантиметров. Работы идут в ускоренном темпе. Качество асфальтобетона неоднократно проверялось сотрудниками учреждения и по нижнему слою, и, соответственно, уже были сделаны вырубки по верхнему слою. Качество удовлетворяет всем нормам ГОСТа. В соответствии с поручением Андрея Евгеньевича, все объекты ремонта БКД 2020 года имеют ярко выраженный социальный характер. Вот если брать этот участок, то он соединяет город Орел с крупным жилым массивом поселок Зареченский, а также с новостройками микрорайон 1. Всего в этом году по нацпроекту отремонтируют 11 участков региональных и межмуниципальных дорог протяженностью почти 80 километров. 10 участков дорог отремонтируют в областной столице.